свою жизнь я побывал как минимум в 3000 разных стран. От Сахари до Северных морей, от Владивостока до Лос-Анджелеса. В уютном тепле сауны я мылся, я отдыхал, улучшал мир, думал о мыслях жизни, прятался от людей, выпускал пар и просто на что остался. Меня парили веником, ставили банки, растирали и делали массаж. Я был в сауне шаман, народными целителями, врачами и колдунами. И вы можете поверить, что я кое-что понимаю о бане и знаю, какой должна быть настоящая сауна. Для меня сердце сауны – это травяная печь, на которой камни, много камней. Вместе с Харви я со своими руками собрал эти элементы и вложил их в печь. Так в ней появился дух Вилли, который, выходя, распространяет вокруг себя хорошее настроение и мир. Точь-точь, как я сам. И все, что остается тебе – затопить печь хорошими травами, с любовью и никогда не спеша.